Около 290 семей Заречного имеют право на получение удостоверения «Многодетная семья» Пензенской области. Ранее такой документ уже существовал. Однако после монетизации льгот потерял свою актуальность и несколько лет не оформлялся. В 2020 году удостоверение будет вновь выдаваться многодетным семьям, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Наши многодетные семьи очень часто обращались за решением этого вопроса и выдачи этого удостоверения, так как многие семьи посещают другие города Российской Федерации, и вот там при предъявлении удостоверения многодетным семьям представляется пакет льгот. Те льготы, которые могут быть предоставлены на территории нашего города, в настоящий момент находятся на стадии рассмотрения и утверждения. Как только этот пакет будет рассмотрен и утвержден, то информация будет доведена дополнительно. Для того, чтобы получить удостоверение «Многодетная семья» Пензенской области, зареченцам необходимо предоставить в Департамент социального развития пакет документов. Тем, кто уже получает государственные пособия, предусмотренные для жителей региона по 731 закону, достаточно написать заявление и принести фотографию одного из родителей размером 2×3 сантиметра. Тем семьям, которые не получают меры социальной поддержки в Департаменте социального развития, для них пакет будет несколько больше. Здесь необходимо также написание заявления, фотографии 2×3 и свидетельство о рождении детей, всех несовершеннолетних, и справочка, подтверждающая проживание на территории города Заречного. В случае, если один из родителей зарегистрирован за пределами Заречного, но в Пензенской области, необходимо предоставить подтверждение того, что удостоверение «Многодетная семья» Пензенской области не было выдано ранее. Заявления и документы принимаются в Департаменте социального развития и многофункциональном центре Заречного. Наталья Елистратова, Владимир Полещук, телерадиокомпания «Заречный».